Добрый вечер. Спасибо. Нам очень приятно, что вы сегодня пришли в эти праздничные дни, превознемогая абстинентный синдром. Мы постараемся вас не разочаровать сегодня. Еще хочется по традиции сказать спасибо этому клубу, который великодушно дает нам возможность раз за разом здесь выступать. И на наш взгляд, это лучший клуб Москвы. Большое спасибо. И, как всегда, хочу сказать, что если в зале будет относительная тишина, то, надеюсь, у нас получится сыграть музыку. Спасибо. Thank you.
пьеса называется «Сидящий бык». Она написана по прочтению книги «Похороните мое сердце» в Wounded Knee про войны и судьбы североамериканских индейцев. Thank you.
Thank you.
А сейчас будет совсем новая пьеса, она называется «Елеазар» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Thank you.
Следующая пьеса в некотором роде танцевальная. Да, именно в пьесе. Она называется «Junkie Beat» и посвящена писателю Джеку Керуаку. Thank you.
Сейчас мы сыграем завершающую на сегодня пьесу, она называется 340-й. Прежде чем ее сыграть, я хотел бы сделать три небольших, но очень важных объявления. Первое носит коммерческий характер. Если кого-то заинтересовали наши независимые частушки, то вы можете приобрести у нас пластинки. Второе носит информационный характер. 17 февраля этого года мы будем играть другую программу песенную на втором этаже этого замечательного клуба. И третье и самое важное объявление. Я хотел бы представить этих благородных идальков, которые соизволили сегодня выйти со мной на сцену. Антон Кузнецов, барабаны. Сергей Павлович, саксофон. Михаил Куручевик, труба, флюгель, горн. Александр Шевелев, рояль. Спасибо большое. Хорошего вам вечера. Thank you.
Большое спасибо. Антон Кузнецов, Сергей Баумов, Михаил Бурчевич, Александр Кузнецов. Спасибо.